Наша психология так устроена, что в информационном поле больше внимания привлекают негативные и спорные события. Однако есть в казахстанском календаре праздников день, который напоминает о необходимости говорить спасибо, обращать внимание на приятные мелочи, отмечать важность добрых поступков. Это день благодарности. Айжан Оспанова для своего сюжета не только поговорила с некоторыми такими людьми, но и организовала пару приятных сюрпризов. Поступать по-геройски способен далеко не каждый. Один из последних нашумевших случаев, как Мерекия Дресов спас подростка, провалившегося под лед. Мужчину коллеги-строители обвязали тросом, и он на четвереньках подполз к школьнику. Подо мной начал лед проваливаться уже. Успел левой рукой схватить его в этой части, чтобы он не захлебнулся. А правой рукой, получается, я там сантиметра 2-3 где-то примерно, не помню. Лед был. Я правой рукой разбивал. Вот. И в этот момент меня парни начали тянуть. И как истинный герой, Мереке стесняется похвалы и говорит, что каждый бы на его месте поступил так же. А иногда доблестные поступки выглядят так. Эти люди спасают мир вязанием. Делают они это для тех, кто пока сами не могут сказать спасибо. Вещи из натуральной шерсти волонтеры дарят недоношенным деткам. Увидев тех докторов, неонатологов, невероятных врачей, которые своими руками делают просто такую невероятную работу, для меня было это очень важно. Очень важно. У меня вот сейчас прям голос дрожит. И я получила сегодня оценку нашей работе и поняла, что то, что мы делаем, это все не зря. Врачи тоже делают все, что могут, чтобы позаботиться о здоровье мамы и детей. Но такая неоценимая помощь от неравнодушных стоит многого. Эти вещи не только недоношенным малышам нужны, они нужны и для детей, которые рождаются в патологии, потому что эти вещи, да, они шерстяные, это натуральная шерсть. Когда детки лежат, укрываются, да, или можно внизу как пледик положить, опять же идет стимуляция, улучшается кровообращение. То есть они начинают активно двигаться, и тем самым улучшается их состояние. В шашлычке сидит вот такая вот кошечка, очень красивая. Я не знаю, это такая необычная кошка. Собака уже, оказывается, бегает второй день, а я заметила ее только сейчас. Выражение «делать добрые дела и не ждать ничего взамен» хорошо знакомо с Сантуаш Дусалиевой. Она более 10 лет находит новые дома для бездомных кошек и собак. Где вы держите животных, которых спасаете? Вот тут вот у нас котельная. Там, если, допустим, кошка, я ее туда выпускаю, и она там спокойно ходит. А сколько у вас уходит дополнительно денег, чтобы... Ну, вам же надо кормить тех, кого спасаете, как-то за ними ухаживать. Да. Я не знаю, я как-то не считала, сколько у меня уходит денег. Ну, как бы тарелка большого супа, я от этого не обеднею. Когда мы пришли к женщине в гости, все найденыши были уже пристроены. Дома только свои – Белла и Лапа. Любовь к братьям нашим меньшим у зоозащитницы с детства. Сегодня бережное отношение к ним она показывает и в своих фильмах. Я остановлюсь, наверное, какая-то... Знаете, помощь животным – это еще один шаг к Богу. И пристроив вот эту вот кошку или собаку, я чувствую такое счастье и какое-то такое вот, прям какое-то внутреннее какое-то удовлетворение, внутреннее какое-то вот, я не знаю даже, вот это какая-то наполненность такая вот. Мы же, как журналисты, чувствуем удовлетворение, когда получаем отклики на свою работу от зрителей. Вся наша работа для вас. В честь праздника устроили небольшой сюрприз. Сказали, что возьмем интервью, но на самом деле приехали поблагодарить. Саламатсыз ба. Рахмет сізге. Қалайсыз. Сегодня день благодарности. И мы решили сегодня наших зрителей порадовать лично поздравить каждого, что вы смотрите нас. Такие странные ощущения. Я вот только что говорил операторам, я даже так перед депутатами не волнуюсь, как вот перед вами, что наш зритель. Мы очень вас любим, мы очень вас ценим. Рахмет себе. Мы любим вас. Постоянно смотрим, нетерпением ждем вас. Да. Новости особенно. Особенная новость. Сам ведущий у вас любимый кто? Я же, да? Конечно. Алибек Рзабаев самый. А если серьезно, любимый. У нас все ведущие хорошие, все журналисты. Рахмет барлықтарыңызға. Сіздердің осындай қызықты программа көрсетіп, новости постоянно смотрим. Волнуюсь тоже. В жизни я такой же, вон, как на экране сейчас меня там показывали? Или все-таки я
Чуть другой. Жизнь красивее. Ермис Росперики Вереверсин. Елим заман жертвамыз таныш болсын. Жақсылықты кездесе берек. Амин. Рахмет. А еще специально к празднику на территории одного из кинотеатров столицы мы открыли шатер благодарности. Каждый желающий мог зайти внутрь и сказать спасибо тем, кто важен. Я хочу сказать спасибо моей большой семье, хочу сказать спасибо моим родителям, моему супругу, моим детям. Я хочу сначала поблагодарить свою маму, она сейчас очень сильно болеет. И я хочу поблагодарить за то, что она довоспитала меня, вырастила и все же до сих пор терпит мой характер. Папа, привет! Мы хотим вас поблагодарить, что у нас все хорошо. Спасибо, что вы нас хорошо обучили. Спасибо, папа, что вы у нас есть, мы вас очень сильно любим. Хочу поблагодарить родителей за жизнь, маму за красоту, папу за ум и сестру за то, что она всегда рядом. Вообще всех людей, которые встречаются у меня в жизни, потому что каждый человек в нашей жизни – это учитель. Я бы хотел бы передать свои слова благодарности для своих друзей, для своих родных, особенно для родителей. Я им очень благодарен, то, что я поступил сюда, в Астану, встретил свою прекрасную девушку. Благодарить, наверное, нужно в жизни. Тогда ты будешь счастлив, доволен и не будешь черствый, как сухарь. Ну все, всем спасибо, благодарите, любите и будьте счастливы. Мамаларыңызға өте көп рахмет! Я хотел бы поблагодарить всех, кто меня знает, за то, что я такой крутой. И студентам, потому что преподавая студентам, я каждый день учусь сама, учусь чего-то новому. Поэтому я благодарна всем своим студентам. Если меня кто-то увидит, кто-то меня вспомнит. Всех люблю, всех помню. Спасибо большое каналу Евразии. Спасибо. Я безумно благодарна своей семье. Я вас люблю. Ну и, конечно, я тоже воспользуюсь этим случаем и прямо сейчас хочу отдельно поблагодарить коллег. Ведь в кадре я одна, но за камерой нас много, и труд каждого очень важен. Заходите! Айжан Оспанова, Айтуган Багланов, Алуа Сагатова, Сабархан Габжалелов и много еще кто. Программа «Аналитика».